Peace out. Меня зовут Бар Чичерин, и я здесь для того, чтобы воспользоваться вашей аудиторией Макса и получить кучу подписчиков. Скажи, какие у тебя сейчас самые крутые проекты в опыте, чтобы понимать уровень твоего? Слушай, ну за последние несколько лет у меня получилось достаточно много интересных таких кейсов. Первым, наверное, таким масштабным был Мост Кальян, это сеть кальянных, более 50 кальянных ресторанов в Москве и в регионах в том числе. Там вот как будто бы делали все, знаете, вот прям с нуля от и до. Переделывали сайты, занимались SEO, контекстной рекламой, то есть, ну, прям по такой, прямо как систему маркетинга создавали, работали над программами лояльности, синхронизация с картографическими сервисами, с CRM, всякие истории, CRM, управление репутацией, ну, как бы это все, что только можно. На самом деле, там я получил большой опыт, потому что мы там очень много экспериментировали, пробовали, тестировали разные гипотезы. За исключением, наверное, блогинга и инфлюенс-маркетинга, который у меня, собственно, подключился в следующем кейсе, это Blackstar Gaming. Собственно, именно вот опыт работы в инфлюенс-маркетинге и в работе с артистами, наверное, блогерами, да, я получил, наверное, на проекте Blackstar Gaming. Так получилось, что владельцы Мост Кальяна и совладельцы Blackstar Gaming были приятелями, знакомыми, и мы, собственно, обсуждали, что мы делали в Мосе, и решили провести такой небольшой аудит и пришли к выводу, что стратегия Blackstar Gaming на тот момент строилась на том, что Тимати сделает сторис и повалит кучу людей. Что, в принципе, и произошло, но этого трафика хватило на несколько дней, потому что без какой-то такой маркетинговой полноценной базы, без проработки там матрицы услуг, ценовой политики, акционных предложений, лояльности, без всего этого, как бы, ну, без этих азов, без этого фундамента ничего не, хорошо не получится. Ну и спустя время мы подключились к работе с Blackstar Gaming. Опять же, делали все с нуля. Но в этот раз, учитывая, наверное, какие-то пробы и ошибки, которые были в Москальяне, потому что там много раз приходилось переделать. Здесь пришлось делать все с нуля. Разработка сайта, опять же, Инстаграма, все. Контент, подбор моделей, концепции, акции там и так далее. Очень много тестировали в диджитал-маркетинге. Ну вообще, базово, наверное, я чуть сейчас позже расскажу там свою историю с самого начала. Я, наверное, базово всегда занимался именно диджитал-маркетингом. Ну и вот из последних кейсов это вот Blackstar Burger. То есть в каждом из этих предыдущих и в следующем кейсе я занимал позицию директора по маркетингу. Blackstar Burger, наверное, такой самый хайповый, который на слуху, благодаря которому я много выступаю, рассказываю, что мы делали в рамках этого кейса. Наверное, о Blackstar Burger стоит, возможно, поговорить отдельно. Как будто бы достаточно названия, но внутрянка она такая объемная. Ну и сейчас, собственно, я покинул Blackstar Burger. Когда покинул, как ты вообще туда попал? Ну примерно так же на самом деле. Слушай, вот так получилось, что я попал в Blackstar Gaming. Благодаря тому, что владельцы Мост Кальяна и Blackstar Gaming были знакомы, меня порекомендовали, я начал, собственно, в рамках тогда еще агентства, которого мы делали вместе с владельцами Мост Кальяна, начал работать с Blackstar Gaming. Ну и так плотно, очень плотно работали, и потом те, в свою очередь, говорили о том, как мы работаем над маркетингом для Blackstar Burger. И мы познакомились с глубоко, горячо любимым Юрием Левитасом, с которым мы... Кстати, я проработал с Юрием больше года, и каждый раз меня спрашивали, как правильно говорить, Юрий Левитас или Левитас? Юрий никогда не говорил какое-то конкретное, да, имя, а я все говорил Левитас. А вот сейчас почему сказал наоборот? Знак? Фиг его знает. Вот, познакомился с Юрием, он в свойственной себе шутливой манере сказал, а что, слишком умный что ли, сколько стоит пацана этого себе переманить? Вот, ну и в общем как-то так получилось, что начали работать сначала по SMM, а потом я вот уже вступил в должность директора по маркетингу и началась жаришка. Как-то так. Многие ребята мечтают работать в таких же компаниях, как и ты. Как вообще попасть с нуля, вообще можно сказать свой путь, как у тебя это все произошло? Ну да, с нуля, наверное, история такая, что я первый свой бизнес хотел сделать, когда мне было лет 13.
Я хотел сделать шаурмичную. Я всегда почему-то, ну, как будто бы... Да, родом я из маленького города, город называется Находка, это рядом с городом Владивосток, Приморского края. 120 тысяч человек населения, и вот Приморский такой город, там море, все дела, красиво, невероятно. Но... Татухи у тебя уже были или в Blackstar? Татухи сделал еще до Blackstar, да. Вот, и, короче, в 13 лет я хотел сделать свою шаурмичную, потому что мне казалось, что предпринимательство это очень круто, и я смогу есть сколько угодно шаурмы и буду самый крутой пацан на районе. Ну, не о деньгах я тогда думал, честно говоря. А у вас нету там мафии шаурмичной? Как-то нет, честно говоря. Ну, мне там, может быть, казалось, я не знаю. Вот. Ну и, собственно, потом мы переехали в Владивосток, потом переехали в Москву с родителями, и вот в 17 лет я начал делать вечеринки, организовывать корпоративы и праздники, и тогда как бы так получилось, что все промоутеры, которые были на тот момент, они имели большую записную книжку, у них были какие-то контакты, они знали, как приводить людей, ездили по ресторану, раздавали диски. А мы были, ну там, школьники, студенты, и что нам было делать? Мы начали пытаться как-то спамить ВКонтакте. Непонятно на тот момент для людей. Мы тогда, это был расцвет на самом деле СММа такого жесткого, да? Какой год? 2008 год, да. В 2007 первую вечеринку сделал, в 2008 вот рассвет именно был. Мы жестко инвайтили людей в группы, занимались грязнейшим фишингом, просто, блядь, взламывали аккаунты людей, меняли аватарки. Это брутые называются. Да, да. Да, ну вот именно... Брут — это подбор пароля, а фишинг — это такая тема, когда тебе, смотри, тебе подарок, ты переходишь на сайт в ВКонтакте, тебе заново введи логин, пароль, ты вводишь и все, и до свидания. Ну, насколько мы были злобными школьниками, насколько мы были злобными школьниками, что мы просто меняли людям аватарки на аватарку нашей вечеринки, рассылали всем личные сообщения, тебе, приходи на нашу тусу, ну, жесть, в смысле, просто адские движухи делали, и... Вот, и, собственно, ну, так начался моя карьера в диджитал маркетинге в СММ. Мы начали писать, заказывать, что нам написали какие-то комбайны, которые занимались парсингом, инвайтингом, всякой вот такой историей. Тогда, в 2008 году, невозможно было себе представить, что кто-то будет платить за то, чтобы вести аккаунт бренда в социальной сети. Ну, невозможно было. Поэтому я как-то и не пошел по этой сфере, продолжил организовывать ивенты. Вот как странно, знаешь, вот что я заметил, большинство моих знакомых, которые сейчас выступают, либо ведут блоги, маркетологи, они бывшим из вечеринок, из ивента. Я тоже, то есть я занимался музыкой, прокатал концерты. Костя Зимин, он тоже занимался концертами. Да? Я не знал, что Костян. Да, он продвигал концерты. Прикольно. В Красноярске. Потом есть такой этот Валерий Морозов, тоже занимался вечеринками. Потом Косенко занимался вечеринками. Короче, то есть то ли это какое-то совпадение, то ли, ну как ты это можешь объяснить? Слушай, хорошая... Хочется внимания, типа, не знаю. Хорошая история, на самом деле. Мне кажется, я тоже об этом задумывался. Я думаю, что на тот момент ивент это было, во-первых, очень популярно. Во-вторых, это было... Свобода, деньги. Да, деньги, свобода. Это легкий вход, возможность стать, типа, предпринимателем. Я там, ну, чтобы ты понимал, насколько я там пыжился, я там смотрел какие-то промо-группы всякие разные. Когда пытался объединяться, я говорил, нет, я сам по себе. Чуваки там пооткрывали своих клубов. Я сначала думал, что жалко, что с ними не объединился, а потом понял, что на самом деле, ну, не тот путь, которым я хотел бы заниматься. Грабовск, кстати, знаешь, тоже это? Да, да. Я тоже концертами занимался. Да? Слушай, прикольно, да. Ну, наверное, да, ивент на тот момент был очень популярным. И был легкий порог входа, поэтому, наверное, все туда и ломились. А везде без маркетинга, наверное, никуда. И наверное, вот так вот сформировалось понимание такое. Еще, знаешь... Вот такой, знаешь, тебе вопрос задам. А ты не думаешь ты, что дело как бы не в маркетинге, дело в определенной моде? То есть раньше да. Было модно... быть, не знаю, рокером, да. Музыкантом, потом было модно, не знаю, там, быть предпринимателем, потом мода сейчас на маркетологов, потом на блогеров, потом на тиктокеров. Может, это просто мода, как бы, ну... Я думаю, что в том числе, конечно, мода. И вот за себя могу сказать честно, я жесточайший хайпажор, и вот все, что популярно, мне хочется в этом разобраться, попробовать. Я был, получается, эвенчиком, я... пытался заниматься блогингом, когда вот только начался канал Трансформатор, я пытался сделать то же самое. Ох, как это тяжело оказалось. И вообще, все мои попытки блогинга, они не увенчались успехом, честно говоря. Я, ну,
как будто до сих пор пытаюсь разобраться вот в секрете, в секретах вот в этих. То же самое касается и маркетинга. Ну, маркетинг мне, наверное, в том числе мода, да? Но он мне, наверное, полюбился тем, что и предпринимательство, это все как будто возможность прожить несколько разных жизней. То есть я благодаря маркетингу пытаюсь разобраться в том, как устроены процессы в тех или иных компаниях, и как будто могу больше учиться, наверное, понимать чего-то. Вот. Но мода действительно влияет. Собственно, подходя к тому, чем я занимаюсь сейчас, я SEO TikTok дома XO Team, но мы сейчас делаем ребрендинг и, собственно, будем немножечко по-другому называться. И это не просто TikTok дом, это целая экосистема, где есть агентство, продакшн-центр, где есть мюзик-лейбл свой, продюсерский центр. То есть это прям огромная такая компания, где работает 40 человек, 18 блогеров. Ну, то есть это очень интересно, увлекательно. Но и сам вот TikTok, то есть ребята даже когда рассказывают, как это все было, там был ВКонтакте, да, потом появился YouTube. YouTube быстро, в YouTube можно было быстро получить какую-то аудиторию. Потом начал появляться Instagram, и люди вели Instagram по остаточному принципу, типа, ну надо. Потом все начали переходить в Инсту, а YouTube вести. Также сейчас появляется TikTok, вели по остаточному принципу, потом начали переходить. Это какие-то, ну, новые грани, да, и хочется все самое такое, наверное, новое, модное узнавать. Сейчас вот то, что меня больше всего увлекает, это, наверное, такой продукт менеджмент, работа с IT-проектами, вот вся вот эта вот продуктовая история, она мне прям интересна. И тоже мода, по сути, IT. Но вот крипта – единственная мода, которая меня не коснулась. Как будто я все время к этому относился, знаешь, как-то типа, это мыльный пузырь, ну, какое-то было ограничивающее убеждение, не знаю. Окей. Сколько зарабатывает маркетолог хороший, на то уровне? Можешь просто вилку назвать, либо точно цифру. Слушай, я думаю, что в найме или как? Ну давай и в найме, в фрилансе, как просто вот ребятам интересно будет, как бы вообще, ну как, к чему стремиться, за что бороться вообще, за какие как бы деньги. На самом деле, мне кажется, что тут, наверное, развилка такая. Есть специалист хороший, например, он там может зарабатывать там от 100, наверное, до 300, возможно, тысяч, если не говорить о каких-то дополнительных продуктах. Ну да, прикладные какие-то усилия. То же самое касается там директора по маркетингу, допустим, да? Ну 300 тысяч хорошая компания, допустим, крупная, там, так это хорошо для директора по маркетингу, 500 тысяч это уже прям ооо. Но если, конечно, вы работаете там директором по маркетингу каких-нибудь крупных корпораций, там типа сберовских каких-то историй, может быть, в Яндексе, там, да, другие цифры, но в целом рынок такой прям сильно до 500 тысяч, прям сильно. Но, скорее всего, даже до 300. Вот. Хотелось даже сказать, сколько мои коллеги получали, но, наверное, это будет неэтично. Но, в общем, вот сопоставимо, допустим, вот в каком-то хориковском бренде, например, там, ну, 150, 200, 250, ну, 300 – это уже прям много. Вот, но я склонен считать, что каждый человек может на каждой позиции зарабатывать больше, даже чем и вышестоящий руководитель, за счет каких-то сайт-проектов дополнительных, за счет каких-то дополнительных умений, возможности себя поставить или какого-то предпринимательского склада ума. То есть получается логичное развитие маркетолога, если он больше зарабатывает, да, как бы брать больше проектов и в итоге уходить с должности и заниматься ведением как фрилансер либо как агентство нескольких одновременно. Ну да, как будто логично брать больше проектов, как кажется, первое время, что я, собственно, и делал. Но со временем ты понимаешь, что очень сильно размывается фокус, не хватает возможности детализированно какие-то вещи делать, и прикладная работа рано или поздно, если это не работа над одним проектом, делом своей жизни, то она, наверное, теряет актуальность. То есть рано или поздно, вот я помню, очень четко запомнил, где-то ты, по-моему, давал то ли интервью, то ли что такое, ты прям четко эту фразу сказал, она мне очень срезонировала. Почему? Да, почему? Мы когда с тобой познакомились, я об этом сразу сказал. Почему маркетологи рано или поздно уходят в инфобизнес? Да, потому что достает работать там с тяжелыми клиентами и так далее. Потому что маркетинг, ну, честно говоря, это не всегда благодарная работа, потому что все у нас принято сваливать на маркетинг.
деньги, где маркетинг, а то, что там, как вы, сам бизнес работает, еще что-то, это... На самую непонятную сферу. Да, да, да. Это все и обо всем. Наука о рынке, ага, интересно. Вот, поэтому вилка цен примерно такая, но я знаю ребят, которые там зарабатывают и гораздо выше деньги. Не только за счет инфопродуктов. У меня, допустим, ну, были времена, когда я зарабатывал сильно больше. Когда я зарабатывал там и 500, и 700. И было время, когда я зарабатывал миллион. Но я, наверное, это делал за счет какой-то дикой, вообще дикого желания, каких-то конских амбиций, сопоставления нескольких проектов. Ну, просто на износ, типа. Сколько ты проектов максимум вел? Одновременно. Ну, в эти периоды, когда типа ебашил. Когда прям безбожно ебашил, у меня было три проекта формата Black Star Burger. Вот Black Star Burger, еще один эквивалентный проект, который к тому, еще прочему, начинался, ну, в такой в формате стартапа. То есть там было очень много работы по постановке всего этой системы. Плюс ко всему у меня был один айтишный проект и еще несколько маленьких клиентов. Ну, то есть для меня вообще работа в формате 15-часового рабочего дня практически без перерыва там в формате «разорви жопу», она вообще достаточно долгое время была приемлема. И честно, я до сих пор продолжаю это делать. Вот сейчас я веду, ну, я являюсь SEO XO, XO Team. Да, XO Team пока, наверное, так будем называться. Плюс одного IT-проекта, стартапа, то, о чем я говорил, что хочу развиваться именно в IT-шной истории. Вот. И помимо всего прочего, еще консультирую по сторонним проектам. Но... Давай тогда логичное продолжение. Поговорим про выгорание. Потому что мне кажется, 99,9% маркетологов, если ты не еблан и хочешь там зарабатывать деньги, либо стараешься, у всех выгорание было. Или... Да, да. Ну, как ты к этому относишься, что посоветуешь, хорошо это, плохо, как ты с этим справился, как это повлияло на твою жизнь, может быть, на... Но опять же, мы на этой почве с тобой познакомились. Да. Ты реально такой выгоревший, такой, как это, да. Пепел такой, знаешь, такой, да, сидишь, да. Такой, блин, я устал, Макс. Вот, да. Тогда вот поговорили с тобой, и мне срезонировало, что мы с тобой об одной дружим. Согласен, согласен. Слушай, вообще, мне кажется, что выгорание – это вообще не только про маркетинг. Вообще, я смотрю... Многие спрашивают, как типа начать зарабатывать больше, где взять клиентов и так далее. Но спрашивают в основном люди, которые... Сейчас сяду пониже, да, чтобы у меня из кадра не выходить. Но спрашивают, наверное, в основном люди, которые больше любят спрашивать, чем делать, и которые хотят достигать результатов. И я вижу многих людей, которые действительно готовы работать и брать на себя большую ответственность, и они спрашивают о другом. Как, блядь, выжить в этом огромном количестве возможностей и проектов? Возможностей такое количество, что ухватиться за все просто невозможно. Принято возможности, да. А еще знаешь, у меня как гипотезы, что маркетинг, в маркетинг идут люди, ну, исходя из нашей гипотезы, то, что, которым важно внимание, и чтобы их хвалили и принимали, ну, ценность их работы. А в большинстве своем, ну, как бы, как я вижу, очень сложно найти клиентов, которые понимают ценность твоих услуг, когда ты ебашишь, и за это не то, что спасибо тебе не говорят, а как бы тебя еще и наказывают, и говоришь, что ты сделал, когда ты еще проявляешь инициативу, естественно, люди выгорают. Может быть, с этим связано? Однозначно, на самом деле. Я много раз слышал от разных коучей и тренеров о том, что когда вы найдете дело в своей жизни, вы будете получать очень много позитивного подкрепления, вам все будут говорить, что да, класс. Чем я только не занимался. Я и юристом работал, смешариков в суде защищал. И там на судоремонтном заводе работал. И диджитал агентство делал, и там кафе свое делал. И везде всегда я сталкивался с огромным сопротивлением. Все время не то, не нравится, очень много негатива. Не было такого, чтобы я что-то делал, и мне прям говорили, вау, классно, чувак. Но вот последнее время, наверное, мне так вот говорят про выступления. Может, да, я кайфую, действительно. Наверное, поэтому я езжу и ничего не продаю. Может быть, потому что я знаю, что с того момента, как я начну продавать какие-то услуги с выступления, начнется вот эта вот работа, вот эти вот все моменты, обманутые ожидания и так далее. И иногда мне кажется, что в конечном итоге, кстати, вот Костя Зимин как раз об этом говорил, что в конечном итоге, наверное, надо приходить к тому, чтобы делать свой продукт с блэкджеком и всем сопутствующими развлечениями. Вот. Ну и насчет выгорания, я вижу очень много людей в разных вообще бизнесах, бизнесменов, инвесторов, специалистов, которые херачат безбожно. И в какой-то момент просто
бах, и выгорают, там, выпадают чуть-чуть, восстанавливаются, возвращаются. Некоторые не возвращаются, некоторые уходят там в дауншифтинг, на ретриты уезжают и так далее. У меня недавно был такой период, я достаточно сильно устал от работы в Black Star Burger. Интересный достаточно очень проект, но очень много к нему внимания от людей внешнего, и очень тяжелый формат работы, где крайне редко говорят, что там что-то молодец и так далее, потому что, ну, типа, это же и так у нас классный бренд. Ваши заслуги, они как бы размываются. Что где-то возможно и оправдано. Я вот устал работать, на самом деле, в Black Star Burger, и перед Новым годом я прям, знаешь, тебе раскладывал жизнь по полочкам. И я понял, все, меньше машинной возни, больше действий на то, чтобы достигать результата. Так залег на дно немножечко, поменьше работал, думал, все разложил по полочкам идеально. И знаете, что потом произошло? Видимо, вернулись силы, я опять начал по старой конве ебашить, брать побольше проектов, не спать. Вот сегодня ночью я не спал там 40 минут, сколько пытался уснуть, сколько летел самолет до Воронежа, все. И опять начинает казаться, где-то там вот внутри такой голосок, типа, чувак, мы же это проходили, зачем ты опять идешь по этим стопам? Не знаю. Окей, как ты сейчас совмещаешь личную жизнь и работу? Тоже проблема маркетолога. Потрясающе. Вопрос? Никак. Я вот недавно расстался с девушкой. С потрясающей девушкой, с потрясающим человеком. По причине того, что, во-первых, практически нет свободного времени, хотя она, ну, прям с пониманием относилась очень, но... Тем не менее, количество... Я очень увлеченный человек, и работа для меня, наверное, всегда на первом месте. И чем больше появляется возможностей, я все больше туда погружаюсь, новые проекты узнаю, и просто вообще вырубаюсь нафиг. Когда я приезжаю на свидание, я приезжаю уже, знаешь, просто полумертвый. Такой, знаешь, отбываю номер. Хотя хорошо, конечно, важно все дела. Долгое время у меня был такой формат... Тиндербоя, я, короче, себя называю хэви-юзером Тиндера и сайтов знакомств. Я, блин, типа давно в этом дерьме на самом деле, и очень долгое время там любил новые встречи, свидания, быстрые такие эмоции, ты знаешь, подустал, встретился с девочкой, с кем-нибудь пообщался, весело, классно, все дела, но подошел возраст, типа 30 лет уже, и надо, пора бы думать о чем-то серьезном. Поэтому, наверное, нет смысла тратить ничего время. Я пытаюсь быть честным. Потому что раньше мне больше хотелось удовольствия, а сейчас, наверное, хочется больше какой-то трушности. И ни людям голову не морочить, ни себе мозги не засирать. И каждый раз мне возникает какое-то мнение такое, типа, все, я хочу отношения, я готов. И потом, типа, блин, ну, как будто обманываешь, чувак. Какие отношения? Ну, типа, не знаю. Сложная тема. Следующий вопрос. У тебя были зеленые волосы. И многие тебя запоминают по яркому образу. Да. Вопрос. Нужно ли маркетологу быть ярким? И какие плюсы и минусы есть? Потому что ты рассказывал, что некоторые серьезные люди не хотят с тобой встречаться без образа. Да. Ты считаешь это полным дебилизмом. Да. Но все-таки, как бы, какие? Дают ли тебе это плюсы? Слушай, ну вообще на самом деле, мне кажется, тут дело не только в маркетологах, хотя, ну, казалось бы, маркетологу, наверное, проще быть ярким. Я просто всегда не вмещался вот в эту коробочку, вот эту ячейку, да, в какую-то. И мне хотелось, вот мне бесили какие-то ограничения, предрассудки и так далее и тому подобное. И поэтому я всегда как будто бы бунтовал. Допустим, мне все еще до сих пор 30 лет, а я продолжаю бунтовать. Покрасил вот недавно волосы в зеленый цвет, и у людей, у многих полыхнуло, типа, это что такое вообще? Что за фигня? Зачем ты это сделал? С тобой все в порядке. 2 года назад я подстригся по 3 миллиметра, ну, типа, для пацана это вообще ок. Ко мне реально подошел чувак, хорошо мой знакомый, он говорит, с тобой что-то случилось, у тебя депрессия? Я говорю, да блин, типа, просто эксперимент. У меня был такой случай, я шел по улице, типа, ну, посмотрите на меня, у меня лицо котейки на самом деле. Но я был подстрижен по 3 миллиметра, я шел, вот так вот, типа, футболки, у меня там татуировки, все дела. И я иду по улице, идут мне навстречу 3 пацана таких, типа, знаешь, футбольных хулиганов, фаната, короче. Они идут, я думаю, блин, типа, ну сейчас, типа, не столкнуться бы с ними. И я вижу, чуваки просто вот так вот, знаешь, как будто считывают какие-то вещи нелогично. Он смотрит так вот на мои волосы, потом, ну что, короткостриженные, смотрит на руку, что вся забита в татуировках. И они втроем синхронно начинают прижиматься и пропускать меня.
Я думаю, типа, вы серьезно? Ну реально? То же самое касается там зеленой головой. Да, мне там недавно там был такой разговор, у меня была полностью зеленая цвет волос. И меня хотели пригласить на встречу с очень серьезными там людьми по маркетингу, проконсультировать их. Сказать, к сожалению, мы этого сделать не можем, потому что вот, ну, не поймут люди, что у тебя зеленая голова. Хотя, ну, это то же самое, что, знаешь, не обслужить женщину в ресторане просто, потому что она женщина. Ну, это же... Нетолерантно. Ну, вот слово толерантность почему-то сразу навеивает какие-то нотки сексуальных меньшинств, но... Ну, кстати, да, мне кажется, что в Курске и в Орле люди задумывались, что за парень с зелеными волосами, а не пидорок ли он часом, как говорится. Вот, но да, это глупо. Я думаю, что людей нужно оценивать, наверное, по каким-то другим критериям. Слушай, тот прикольный фразу сказал, про, когда мы обсуждали всю тему, что ты сказал, что ты покрасил волосы, потому что тебе понравилась атмосфера ребят, что они такие, значит, молодые, с деньгами, с какими-то там идеями, свободные. Да. Влияло ли то, что ты сейчас вот общаешься с этими тиктокерами, блогерами, на твое какое-то мировоззрение, там, взгляды? Однозначно. Почему я начал работать с ребятами? Потому что у нас была коллаборация Blackstar Burger и XOT, мы делали специальный там комбо-набор. И я очень сильно удивился, я увидел, какие они открытые, свободные, они одеваются ярко, носят то, что хотят, делают, что хотят, красят волосы, как хотят, кто-то даже красит ногти. Это так смотрится органично, и в этом, наверное, нет никакого бунтарства. У меня это бунтарство, а у них это свобода просто. Да, образ жизни. И это так нативно и так классно. Я вот видел, как они там общаются друг с другом, все друг друга хвалят. Типа, о, клево, давай, у тебя все получится. Обнимаются там, поддерживают друг друга. Проходит там девочка какая-нибудь там, можно с вами сфотографироваться? Да, конечно, давай, обняли ее, там что-то ей там помахали, дали какое-то внимание. И это, блин, это совершенно другой уровень. Это не то, что было раньше принято, там, типа, звезды там, отвалите, я здесь папа, здесь вообще такого нет. И, наверное, да, мне хотелось как-то почувствовать себя в их шкуре в какой-то степени. Друзья мои говорят, что я все время моложусь, потому что я там стараюсь всегда максимально там трендовую музыку слушать, какие-то такие все вещи новые узнавать. Наверное, да. И знаешь, что меня удивило? Я, когда покрасил волосы зеленого цвета, я приехал на день рождения Егора Шипа, известного тиктокера, и мои ребята из XOTeam. Они так отреагировали, они были просто типа вау, такие неподдельные эмоции, они-то типа нифига себе, как круто, ты молодец. Они просто, знаешь, это вот это, наверное, то самое позитивное подкрепление, о котором я говорил, да? Это действительно классно. Вот, но, например, мои коллеги в Blackstar, они такие типа, Эд, ты чё, типа, чё с тобой вообще, что за бред? Вот, но больше всего, конечно, отреагировала моя мама с бабушкой. Очень жестко, как будто, знаешь, я там съел деда или убил человека, но... Слушай, а ты не думаешь, что это, вот, как, точнее, не так спрошу, как ты думаешь, это компенсация того, что вот эти все ребята, они же из обычных семей, ты рассказывал, девочка вообще там мыла полы, когда приехала, да, и как бы вот они жили в таком консервативном обществе, консервативные семьи, там, родители, друзья, знакомые, и им не хватало этого яркого. Либо у них уже это было, потому что они, ну, условно, там, поколение новое. Как ты думаешь, с чем это связано? Я бы думал, что как раз новое поколение, они же не живут. Вот у меня там все время было, типа, надо учиться, чтобы потом работать, чтобы не сдохнуть с голода. У них, они жили в другое время, наверное, когда уже было более изобилие в стране, да. Наши родители нас воспитывали чуть по-другому, потому что другие времена были жесткие. Вот, и они как будто бы взламывают своим подходом систему. То есть они говорят, ну, я не хочу работать, я хочу заниматься творчеством, мне это нравится. И я вот помню тот момент, когда люди начали вкладывать деньги в Инстаграм большие, и вот представить себе когда-то, что вложить пару мультов в социальную сеть, чтобы она потом тебе приносила деньги, представь себе это 5, 6, 7 лет назад, звучит реально психозом. А ведь это действительно так. Просто ты принимаешь определенный выбор, который идет сильно вразрез с существующими устоями. То есть не кофейню открыть? Да, вот. И не кофейню, и не кальянную, а вот, допустим, взять и вложить в свой бренд. Что? А сейчас это уже типа максимально логично. И круто, что ребята не побоялись и пошли вот таким путем. Вот, допустим, по поводу ограничений. Есть замечательная блогер и тиктокер Ева Миллер.
Она очень молодая, но она уже давно звезда, она с 15 лет занимается блогингом, вот. И как-то раз мы разговаривали по тому, что наш общий знакомый художник хочет переехать в Штаты. У него семья, он взрослый пацан, ему 37 лет. Жена и ребенок. Она говорит, а в чем проблема, если он хочет переехать в Штаты? Ну, ему дадут визу. Мы такие, но дело не только в визе. А, ну жене и ребенку тоже дадут визу. Мы, да не, но переезд в другую страну, это же тяжело. Она такая, а в чем тяжело? Ну, купил билеты, получил визу, переехал. Мы такие, да блин, ну в смысле, ну там надо как-то же деньги зарабатывать. Она говорит, ну а здесь же он как-то зарабатывает. То есть сначала это кажется какая-то наивность и глупость, но на самом деле это не так. Это просто человек так мыслит, у него нет ограничений. Хочешь, делай. И ты такой, вау. И это действительно что-то интересное. Поэтому я привношу ребятам структурность, опыт. У меня колоссальный опыт именно по бизнесам. Но я у них учусь не меньше, чем учу их в какой-то степени. И это такой прям вин-вин на самом деле. С кем бы ты хотел поработать? С какими брендами, компаниями? Ну, если ты сейчас предложи, там, условно, там, твоя идеальная компания, с кем бы ты хотел поработать? Блин, классный вопрос. Мне кажется, что я каждый вопрос так отмечаю. Скажут, что я твой персональный фанат, что в какой-то степени действительно так. Мне всегда казалось, что я бы хотел построить, наверное, не поработать, а построить идеальную компанию. Я недавно прочитал книгу про корпорацию гениев, про компанию Pixar. И это вот, наверное, моя ролевая модель Pixar. Это, наверное, даже не Google. Почему-то все дрочат на Google, а я бы хотел Nike. Очень потрясающая книга, продавец обуви, мы с тобой обсуждали, классная. Nike, Pixar. Что-то вот такое, построить. Именно я бы хотел сделать... У меня есть определенное убеждение, что компания это как бы отражение, наверное, какого-то общественного института. Она создается не только для того, чтобы зарабатывать деньги, а, наверное, для того, чтобы решать какие-то проблемы клиентов и, помимо всего прочего, давать возможность вот команде, людям раскрыться внутри. Если они раскрываются, то они помогают решать проблемы. То есть задача компании, по сути, сделать счастливыми сотрудников, а сотрудники должны сделать счастливыми людей. Но у нас всегда как-то... Я такого не видел, как будто все наоборот. Как будто мы пытаемся не счастливыми людей сделать, а урвать что-то у кого-то. Откусить кусок, не умножить. Я вот с большим удовольствием отдаю деньги тем, кто действительно делает какие-то трушные вещи. Прям вот я голосую рублем, мне хочется. Вот простой пример. Меня познакомили с художником Заком Мини-Монстром. Зак, привет. И вот он рассказывал про философию своего художества, и мне хотелось купить картину просто, чтобы поддержать, голосовать рублем и быть частью вот его вот этой деятельности, потому что он крутой, блин, очень крутой чувак. Как раз он хотел переехать в Америку. Вот, как-то так. Если поработать, мне действительно было бы интересно, кажется, что хочется... Знаешь, я вот пришел в Blackstar, чтобы посмотреть, как работает крупная компания, в которой есть много бизнесов и которая достигла успеха медийного. Но я не увидел там того, чего я хотел увидеть. Я увидел бизнес, я увидел проблемы бизнеса, я увидел то, что у многих и у всех. Да, конечно, сверхрезультаты имеются, но по сути проблемы те же. И я все ищу вот эту ролевую модель, но я ее не нахожу нигде. Я вот думал, что Сбербанк, Яндекс. Мы начали работать с Яндексом и... О май гад! Там то же самое и еще больше. Чем больше контора, тем больше вообще каких-то сложностей, проблем, недоработок, косяков. Вчера обсуждали там то, что ВКонтакте запустил свой сервис ВК-клипы. Ну молодцы, вбухали кучу денег, большая компания, но он сильно подвисает, лагает. Ну без этого никуда. И ты все ищешь какой-то идеал, и как будто бы его не существует, что ли, и хочется его сделать, наверное. Ну вот я думал Сбербанк, Яндекс, но вот все чаще слышу, что там то же самое. Наверное, больше американские какие-то истории. Ты бы вообще где хотел жить? Соединенные Штаты Америки, USA. Небольшие где-нибудь? Флорида. Нью-Йорк. Я с 6 лет смотрел американские фильмы, я был заворожен этой эстетикой. Штаты, английский язык, культура. Просто российское кино того времени и российская вот действительность, товары, услуги, они все были такие какие-то некрутые. Но когда я посмотрел фильм «Восьмая миля», я просто типа, что такое вообще? Я охреневал. Я охреневал с нашей рок-группы «Сплин», например, или «Линкин Парк».
Но это вообще, это просто что? Limp Bizkit или там наши какие-то, да, аналоги. То есть, как будто там все было круче. Со временем многое изменилось, но сейчас, почему я хочу жить в Соединенных Штатах, потому что это самый глобальный рынок. Если говорить там про песочницу, вот мой родной город Находка, куда я возвращался какое-то время назад поработать, это маленькая-маленькая песочница, из которой я вырос. Дальше там Владивосток, потом Москва. А что дальше в России? Европа? Ну, не думаю. Мне очень понравился Сингапур и Гонконг, но вот кажется, что Нью-Йорк – это то место, где самые жесткие ребята со всего мира собираются и рубятся в этой песочнице или как в футбольном поле, и все между собой соревнуются. И вот именно в этом соревновании и рождается вот что-то действительно крутое. Мне вот так кажется. Ты сейчас ездишь по городам, выступаешь, ну и до этого тоже, я уверен, ты там во многих местах побывал. Что ты можешь сказать про людей в регионах? То есть обожаю. Плюсы, минусы, там, чем они отличаются от центральной России, там, вот, ну, по общению, по отношению к маркетингу, mm-hmm. Я обожаю людей, вообще начнем с этого. Людей в нашей стране тоже люблю, это что-то такое родное. Но каждый раз, когда ты приезжаешь в какой-то регион, ты видишь две стороны. Первое, ты видишь грустные истории, ты видишь, что за пределами Москвы жизнь другая, и люди не живут так, как должны были жить, и какой-то средний уровень жизни он сильно ниже, и это очень сильно расстраивает и печалит. Когда я приехал спустя 2 года в родной Владивосток, думаю, типа, ну, в Твери-то бывает всякое, а Владивосток-то у меня крутой, возвращаюсь, понимаю, что это такая же хрень с такими же проблемами. Вот то, что я говорил про бизнес, это то же самое вот про регионы. Но везде есть вот люди вот эти, знаешь. Самое смешное, что несмотря на то, что все может быть херово, люди такие типа, это наше, мы это любим, все дела. А люди в регионах, они как будто более открытые, возможно, более какие-то теплые, более тянутся, но как будто они себе меньше позволяют. Они думают, типа, ну это вот вы можете себе позволить, а вот у вас это, ну мы-то что, у нас-то тут маленький. И когда я встречаю в регионах людей, которые говорят, да мы здесь, да мы сделаем еще круче и так далее, я думаю, блин, молодцы. С одной стороны, хорошо стремление, но тем не менее, мне кажется, что люди в регионах, они более ограничены. И ограничены не как личности, а вот рамки. Самодействительность загоняет их в рамки, и они как будто это принимают. Но есть много примеров людей, которые, живя в Владивостоке, делают там мировые истории, или там в Новосибирске, допустим. Но в большей степени все не так. Вот, но я езжу по городам, мне очень тепло принимают, мне очень нравится, я хочу посмотреть как можно больше российских городов, но что печалит, что в большинстве случаев картина очень схожа. Рестораны похожи, застройка похожа, проблема похожа, люди похожи. Конечно, сибиряки от дальневосточников сильно отличаются, хотя как сильно, ну, специфика есть какая-то, но в целом я считаю, что люди, наверное, все хорошие. Базово так это принимаю. Даже, знаешь, когда раньше я думал, что люди злые, так и получалось. А сейчас, даже приезжая с зелеными волосами, транслируя позитив, я не особо сталкиваюсь с каким-то жестким негативом или еще чем-то, хамством каким-то, или еще что-то. Как будто я это из своей жизни вычеркнул, что ли. Какой ты можешь совет дать предпринимателю в плане маркетинга? Вот, предположим, вот сидит рядом с тобой, вот как я сейчас сижу, может быть, там, владелец кофейни какой-нибудь. И он говорит, Эд, вот, что ты со своего опыта можешь мне посоветовать? Мне кажется, для того, чтобы быстро развиваться, нужно, во-первых, быть максимально открытым и искать возможности. И как можно больше, чтобы быстро развиваться, нужно как можно больше привлекать людей, искать людей интересных, которые могут вас в какой-то степени прокачать или усилить ваш бизнес. И не стесняться обращаться к экспертам. Где-то терять деньги, где-то, возможно, приумножать. Но в целом все вот это вот, все вот эти вот контакты с людьми, с профессионалами, которые могут вам что-то дать, все они, наверное, будут полезны. Я бы рекомендовал, конечно, заморочиться над продуктом. Давать какую-то идеологию, вкладывать какие-то смыслы в ваш продукт. И предприниматели, они говорят, мне нужны лиды. Зачем им идеология? Как ну вот, да, вот это вот проблема, это узколобость. Потому что
в регионах люди делают бизнес, чтобы выживать. И часто видно, как, что человек занимается текстильным производством, хотя на самом деле хочет заниматься маркетингом. Вот. Я бы, наверное, хотел сказать, что нужно частичку души все равно вкладывать, да, в бизнес. И тогда это окупится однозначно. Если вы горите чем-то и у вас есть какая-то идеология, за ней пойдут. За просто кофе не факт. А вот за идеологией, за идеей какой-то, наверное, да, люди будут к вам примыкать. Какие ты можешь назвать компании в России, там, в СНГ, которые прям вот ты считаешь молодцы? Может быть, Black Star? Не знаю, какие. Ну, в какой-то степени Black Star молодцы, что они, наверное, первые, кто смог сделать экосистему бизнесов на личных брендах. И немножечко изменить музыкальную индустрию. Не немножечко, а достаточно существенно изменить музыкальную индустрию. Но, наверное, мне сейчас все больше нравятся компании, такие как Додо Пицца, например. Честно, я думаю, что там много проблем-то, типичных для хорики, для франшизного бизнеса. Но как будто там есть частичка души. Мне однозначно нравятся, конечно, забугорные аналоги, типа Starbucks, Nike там, и так далее. Из российских компаний, вот последнее, что мне понравилось, наверное, вот тут надо прям подумать. Такого вот, Додо Пицца очевидно, то, что мне нравится, зачем я слежу. Айтишные, наверное, какие-то возможные истории. Ну, Яндекс, это вот переворот в нашем понимании рынка, да? Хотя тоже есть свои вопросики, да? Наверное, какие-то вот крафтовые бренды, дайте вот подумать. Есть чуваки, которые действительно делают что-то там международного формата, но вот что-то прям в голову не лезет. Ну, я прям подумал, может, сейчас вспомню что-то. Что можешь посоветовать маркетологам? Вот тебя смотрят ребята, в основном там молодые. Ты для них кумир, я уверен. Там, если даже не ты, они лично не знают, те компании, в которых ты работал, это прям топ. Что ты можешь вот молодым ребятам посоветовать? Учиться и практиковать как можно больше. Обратить внимание, наверное, в сторону супертрендовых ниш, таких как IT, однозначно. И, наверное, вот знаешь что? Что бы я, наверное, посоветовал? Я бы, наверное, посоветовал обращаться к первоисточнику всегда. А первоисточник зачастую это какие-то зарубежные статьи. У меня есть приятель, он типа айтишник такой, кодер. И все, что, чему он обучился, это все было просто перевод статей и форумов зарубежных, где люди транслировали свой опыт. Там, где уже прошли опыт, вот первоисточник, это самое, наверное, основное. Вот мне в этом плане нравится подход Украины и Белоруссии. Ребята в Украине, они говорят, типа, да нам какие-то курсы наших местных чуваков СНГ вообще не интересны. Мы все смотрим американское, какое-то, может быть, азиатское, вполне вероятно. Вот. И английский, и глобализация, наверное. То есть, go global, я бы так сказал. Помимо всего прочего, маркетологам я бы, наверное, порекомендовал побольше следить за какими-то вот тенденциями и трендами. И тестировать. Вот что там, это моя любимая тема. Что-то появилось новое? Тестируем. Я вот помню этот момент, когда Wi-Fi радары залетели просто панацея, сейчас все там. Ну, мы начали тестировать и выяснили, что не все так гладко. Но, по крайней мере, это все формирует твой опыт. И тестировать, наверное, вот руками. Я вообще за то, чтобы пытаться что-то применять на себе, возможно, на своем каком-то бренде, и потом это уже транслировать на рынок. Какая у тебя миссия по жизни? Блин, классный вопрос. Или миссия маркетолога такая? Ну вот, знаешь, ты каждый раз уточняешь, маркетолог, и я все время думаю, маркетолог ли я? И могу ли я себя в эту коробочку засунуть? Наверное, моя миссия... Я хочу оставить большой след в истории. Я действительно хотел бы стать там русским Илоном Маском или типа такого, Стивом Джобсом. И оставить след в истории, поменяв потребительские и пользовательские привычки или сознание людей в лучшую сторону. Вообще, наверное, моя глобальная миссия – это делать людей, наверное, счастливыми. И через вот то, что мне нравится. Мне нравится работать, и мне нравится
помогать людям становиться лучше. Вот так. Я думал о том, что, может быть, обучение – это выход. Но почему-то это не резонирует так сильно. Мне кажется, что реализовать себя через продукт – это, наверное, более качественная история. То есть сделать какой-то сервис или какую-то международную компанию, которая сможет… Вот смешно сказать, да, типа бизнес решает какие-то проблемы человека. Но ведь действительно, сколько вопросов решил Google? Сколько вопросов решил Amazon и Alibaba? Колоссальное количество. Они поменяли действительно рынок, и они верили в то, что они смогут сделать мир лучше. Моя миссия, и еще миссия, наверное, вот помогать людям раскрываться, вот собрать вокруг себя, наверное, такую прям крутую, крутое окружение людей, которые хотят развиваться во всевозможных сферах и помогать им, чтобы, ну, да даже не обязательно, чтобы они помогали мне, а, наверное, вот, да, помогать людям. Как-то так. Чем закончим? Последнее слово. Чем закончим? Слушай, ну получилась какая-то такая исповедь грешницы, знаете, типа я думал, будет много шуток и юморка, но получилось достаточно, по-моему, откровенно, и меня это действительно радует. Как будто хотелось больше каких-то таких триггерных историй, шутеек, каких-то кейсов кулуарных, а получилось просто человеческий разговор. И, наверное, в конечном итоге все, вся наша жизнь об этом. Ты можешь быть маркетологом, можешь быть кальянщиком, а можешь быть астрологом, но в конечном итоге все мы говорим, наверное, примерно об одном. Я бы хотел посоветовать людям, первое, самое важное, наверное, мечтать и широко мыслить, расширять свои горизонты каждый раз, задавая себе вопрос, взламывая себя, а почему это нельзя, а почему я не могу себе этого позволить, а почему мне этого не сделать, а почему это кто-то не сделал. Вот как-то так, наверное. Выходить за рамки. Вот это самое основное, что я бы прям всем рекомендую. И оставаться человеком однозначно. Я много раз делал вещи, которые нужно делать, но которые мне в душе не резонируют. У меня вот был классный кейс. Я, может быть, даже короткометражку какую-нибудь, кино оба снимал, еще что-нибудь. И вот я там, эта сцена была, я разговаривал с бывшей девушкой и говорю, слушай, у меня какая-то демотивация, я не чувствую, что я даю людям пользу. Она мне говорит, пользу? Что это вообще такое? Зачем это нужно? Я говорю, ну а что критерии успеха? Она говорит, бабки. У кого их больше, то ты успешный. Но для меня это не так, на самом деле. Деньги – это очень важно. И я, наверное, слишком спокойно к ним относился, не ставя их во главу угла. И поэтому, наверное, не зарабатывал столько, сколько хотел. Потом я научился уделять им должное внимание. Но в какой-то момент мне друг сказал, что «А ты можешь вообще что-либо делать, не думая о деньгах?» И я понял, что я был сосредоточен на то, чтобы урвать на всем. И, наверное, это был не я. Я бы хотел сосредоточиться на том, чтобы делать большую классную историю, а все остальное, чтобы прикладывалось сверху. Вот как-то так. А не на том, чтобы делать деньги, чтобы выживать и чтобы покупать себе какие-то ништячки. Кажется, что в развитом обществе людям достаточно денег для того, чтобы закрыть свои базовые потребности. Они действительно занимаются какими-то вещами, которые их мотивируют. И мотивируют других людей. Короче, блядь, давайте танцевать, как у Пети Осипова, у Аяза, да. Давайте танцевать, там ходить по углям, как у первоисточника, да, то, что мы с тобой обсуждали. И балдеть всячески вообще. Жить в кайф. Уф.